Военный информационный канал «ДАДО-79» представляет. Контракт между Азербайджаном и Пакистаном по поставкам истребителей JF-17 «Тандер» выгоден обеим странам. Эти самолеты усилят ударную мощь Азербайджана, а также потенциал ПВО. В то же время нанесут сильный удар по обороноспособности Армении. Как передает армия АС, об этом «Взгляд АС» заявил пакистанский генерал Тарик Хан. Нет никакого сомнения в том, что эти самолеты проявят высокую эффективность во время военных операций. Использование этих самолетов обеспечит превосходство Азербайджана над врагом. JF-17 «Тандер» представляет собой многоцелевой самолет, который может атаковать, защищать, обеспечивать перехват. Он способен работать в горах, сказал Тарик Хан. Он также отметил, что Пакистан может предложить Азербайджану все виды стрелкового и тяжелого оружия, танки, беспилотники и боеприпасы, в частности, танки «Аль-Халид». Совместно разработанный китайско-пакистанский основной боевой танк второго поколения. Вот и все, что думаете вы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!